Добрый вечер. С вами издательский дом «Российский деловой реестр», журнал «Хит сезона» и Ксения Бордо. Мы на съемочной площадке двухсерийного художественного фильма «Время собирать», и мы общаемся с Усюговым Владимиром о секретах успеха. Ну, сюжет достаточно простой, даже можно сказать банальный. Семейная пара, отец, который почему-то по некоторым причинам жил отдельно от семьи, вдруг возвращается в семью, и вот мы будем наблюдать, как он будет адаптироваться в этой семье. То есть сможет ли мужчина, который 20 лет не видел свою семью, вновь воссоединиться с семьей. Ну, вот такой вот простой сюжет. Но в картине в основном дети, подростки. А почему вы выбрали именно этот сюжет для экранизации? Не знаю, вы знаете, это мелодрама. Мне просто захотелось сделать мелодраму в таком немножко ироничном ключе. Не так вот серьезно, по-кухонному давайте рыдать, а так иронично посмотреть на это. Где можно будет увидеть данный фильм? На канале «Россия». Когда? Премьера? Вы знаете, скоро. Я не знаю точно когда, но вот скоро. Мы еще заканчиваем. У нас завтра заключительный съемочный день, потом тоннаж, монтаж. В общем, будем торопиться, чтобы вы увидели. Но вы считаете, что этот фильм будет успешным? Конечно. Я всегда считаю, что мой фильм будет успешным. То есть вы считаете себя успешным человеком. Назовите свои три главных слагаемых успеха. Трудолюбие, внимание, доброта. Марсель Ашар, известный французский сценарист, говорил о том, что успех приходит к тем, кто встает рано утром и в хорошем настроении. Что вы делаете для того, чтобы настраиваться на продуктивную работу? Вы знаете, я стараюсь не злиться. И если я по каким-либо причинам злюсь, я как-то стараюсь искать какой-то позитив. То есть вспышки могут быть такие. Стараюсь как-то по-доброму, стараюсь по-доброму. Не всегда выходит, то вот так вот. Джордж Шоу говорил о том, что секрет успеха состоит в том, чтобы обидеть как можно большее количество людей. Вы кого-то обижали в своей жизни для того, чтобы достичь успеха? Ну, мы всегда кого-то обижаем. Самое главное – вовремя извиниться. Вот. Ну, всегда кого-то обижаем. Я вот не могу сейчас точно сказать, фамилию назвать, дату, но, вероятно, это было. И, конечно, я не без греха, я же человек. Ну, с нами был очень добрый режиссер Устюгов Владимир и рубрика «Секрет успеха», издательский дом «Российский деловой реестр». Спасибо.